Приветствую вас, вы на канале Трубадур Микс. Для тех, кому интересна эта тема, сегодня мы с вами разберем канал «Четвероногие друзья» и узнаем приблизительный доход с монетизации на YouTube. Приятного просмотра! Кто не знает, вкратце расскажу о канале. На мой взгляд, это очень интересный и контентный канал. Думаю, будет очень интересен любителям животных. Основная деятельность канала – помощь, спасение и пристройство бездомных животных. Герой канала Гаяна выполняет очень важную миссию, не только пристраивая животных, но и стерилизуя бездомных кошек и собак. У Гаяны живет около 20 бездомных хвостиков. Если кому-то интересен данный канал, ссылку на него вы найдете в описании. На канале 277 тысяч подписчиков. Последний ролик «Лобастик с трассы» загружен несколько часов назад. Видео на канале выходят регулярно, практически каждый день. Иногда даже несколько раз в день. Средняя длительность роликов 15-20 минут. Самый первый ролик на канале появился год назад, и ролик набрал 8400 просмотров. Самый популярный ролик на канале появился тоже год назад. Он называется «От пса остался один скелет». Он набрал 1 900 000 просмотров. На втором месте ролик, который появился 11 месяцев назад, «Выкинули собаку с машины на моих глазах». И на третьем месте ролик, который появился 5 месяцев назад, как проходит реабилитация Лютика. А теперь давайте посмотрим статистику и узнаем приблизительный расчетный доход канала. Для этого воспользуемся сайтом Social Blade. По данной статистике мы видим, что суммарное количество видео на канале – 321. Количество подписчиков – 277 тысяч. Количество просмотров – 42 254 тысячи. Канал из России. Категория канала B+. За последние 30 дней на канал подписалось 17 тысяч человек, это на 29% меньше, чем за предыдущий период. За последние 30 дней контент посмотрели 4 790 000 раз, что на 1,7% больше предыдущего периода. Доход канала составил от 1200 до 19 200 долларов, в зависимости от того, в какой стране этот контент просматривали. Чтобы рассчитать приблизительный расчетный доход для России, воспользуемся калькулятором сервиса Wattstat, который более точно рассчитывает доход для русскоязычных каналов. Для этого просто скопируем количество просмотров за последние 30 дней. Итак, видим, расчетный доход составляет от 1600 до 2000 долларов. Подсчитаем в калькуляторе, сколько это будет в рублях по сегодняшнему курсу доллара. В рублях это 117 760 рублей в месяц. Воспользуемся данным сервисом и проверим статистику канала. Расчетный доход за все время составляет от 14 тысяч до 17 тысяч долларов. А за последние 30 дней доход составил от 1500 до 1900 долларов. Здесь, как видите, данные немного расходятся со статистикой Social Blade. Давайте вернемся на Social Blade и посмотрим статистику по количеству подписчиков и просмотров в последние месяцы. Хочется обратить внимание, что в каждый день на канал в среднем подписывается около 567 человек. За неделю около 3900 человек, и за последние 30 дней, как мы уже знаем, подписались 17 тысяч человек. По графикам ниже наглядно видно количество подписчиков и просмотров по месяцам. Хочу обратить ваше внимание на то, что количество просмотров с сентября месяца увеличилось более чем в 3 раза, а количество новых подписчиков стало довольно стабильным в сравнении с предыдущими периодами. Исходя из этих данных, можно составить таблицу с приблизительным расчетом дохода канала за последний год. Как видим, максимальный заработок был в октябре 2020 года, он составил около 131 тысячи рублей, а минимальный доход в июле 2020 года, он составил около 14 тысяч рублей. Давайте заглянем в прогнозы для этого канала. И мы видим, что при условии, что канал будет развиваться такими же темпами, то через год на канале будет уже 624 тысячи подписчиков. А через 5 лет количество подписчиков достигнет более 5 миллионов человек. Неплохие цифры. Пожелаем каналу достичь этих результатов. И в заключение давайте посмотрим, сколько по мнению нейросети в среднем по YouTube с даты создания канала по сегодняшнему курсу доллара заработал бы канал «Четвероногие друзья». Очень неплохой результат – 2 609 000 рублей. А заодно посмотрим, как именно нейросеть производила эти расчеты. Спасибо за просмотр. Подписывайтесь на канал, будет много интересных роликов.
Пишите в комментариях свои любимые каналы, и я сделаю на них разбор. Всем пока!